Я не знаю, как вы все дохнете. Я не понимаю, как хилы не могут от колба убежать. Хилы, которые не бьют и не вообще тупо держат танка. Просто упасть от колбы. Видимо, все приходит с опытом. Плюс да, КАС почему-то не сбили. У меня не прошел. Я типа кикал косты весь бой. Я ж не один тут. Карлбан кикал косты весь бой. Это насколько я видел. Ладно, давай в хейм еще разочек. Если спор зальется, будем в обычке бить. Бьем в хейме, но если кто-то спору заливает, бьем обычки. Надеюсь, кто-то специально не будет заливать. Надеемся. И опять же, не бегите раньше времени. Сколько раз повторять? Со следующего КД хитрый. Такая хорошая тринка, под это люди не хотят закрывать хэм. Не говори-ка. Ну, у меня нагиб. Там и двуручка падает. А там что тогда падает хорошая? Двуручка, танка, триня. Ну, триня бесполезная танковская, но все же. Но все же. Где же в аддонах? Есть ДБМ, есть ЕПГП. Я вам кричу, разбегаетесь. Ну, ёкарный надо. Ставьте рыбку. Опять так же бьем. Присуманит надо. Шкаф поставьте. Дэн, рыбу сейчас сяду есть, но я отойду на одну минуточку. Тоже бью 40 сек. Ничего себе, это быстрый. Ладно, давайте до 15 минут перекурим. И Стрелы убиваем до конца. Пока что сейчас не кидайте СС, сейчас перекур до 15 минут. Чай, кофе, плюшки сделать. Отображение в облачках, кто сей говорит, белый чат, то он ДБМ сам говорит, вот на мне вот этот вот болт летит в меня. То есть вы просто в противоположную сторону от него бегаете и все. Если там нахила, то видите, что нахила. Он сказал там, летит на меня. Угу. Может, кого-то отключен, белый чат. Угу. Кого еще с умом? Рыбку еще не ставили? Нет еще. У нас пока все хилы спят. Мне тоже, кстати, эта тактика не совсем привычна. Где я ходил, там была одна точка. То есть и хилы, и кастеры в одной куче. Хилы по мане садятся, если там стоят. Там 90 или 70% хила не проходит. Но у тебя увеличен скорость. Ты представь, как ты 30 команды сажаешь, прохиливая 10%. По 1000 просто танк хилишь. Ставьте рыбку.
Рассыпаемся, 15 минут уже. 16. 16. Извини, что вас управляет, дядя Денис. 16 и 20, точнее. Вы правы. Рыбку поставьте. Трал, рыбку поставь. Обычно. Я поставлю. А, поставишь, ну ставь. Еще ешь. У нас нет. Мак, чё такое? Понятно, кто готов, крест, вставайте. Давайте быстрее. Рок, шаман. Шаман. Перекур был до 15 минут. Время уже 18 минут. Давай, танк пошел. Стоим, ждем. Кто, блядь, опять побежал? Стоим, ждем. Выбежали. Все, милики, бей. За гром следим. Стоп, который дворф, за него немного перепрыгнуть. В хилов летит, в хилов. Кастеры в луну, хилы в крест, естественно. Милики рядом, пары без АУЕ. Хилы. Джомби. Перебежали опять. Вот так вот бегайте спокойно. Кастеры. Необратимая. Необратимый. Я в какую-то хуйню врезался. Каст. Разбежались и убежали от босса. Необратимый. Дайте. У меня расколка. Разбежались. Когда... Зачем вообще нужно было? Разбежались. Уводи. Разбежались, никто не бьет. Зачем вы бьете, если босс сорван? На пол где? Каст. Разбежались все. Два. Один. Вестник убежал с рейда. В крест стали. Ребят, зачем вы срываете агро? Вы что, не видите, сколько у вас агра, что ли? Аккуратненько, бейте. Выбежали. Выбежали. 5, 4, 3, 2, 1. Шаман. С рейда шаман. На хилов лети. Перебежали в луну кастера. Хилы в крест. Орлобана прохил. Разбежались. Бля, тут выступы реально какие-то одни на. Я вот в этот выступ пизданулся. 5, 4, 3, 2. Каст. Разбежались. Хилов лить. А, нет, нормально. Хионер. Разбежались. Ой, встали. Стоим, нормально. Разбежались. Стали в луну обратно. Хилы в кресту стоят.
хилов летит. Хилов летит. Кастеры в крест прибежали. 5, 4, 3, 2. Или осторожно, пары рядом. Не крутите, АОЕ. Я выбежал. Мат. Кастеры в крест. Ой, в луну встали. Кастеры в луну. Не бьем элементаля, стоим, ждем. Стоим, ждем, стоим, ждем. Не бейте элементаля. Триходки летит. В триходке летит. Хилов. Бля, вы прям прикалываете. В крест все встали, стоим, ждем. Стоим, ждем лужу. Стоим, ждем. Разбежались. Хилы в луну, естественно, потом. Кастеры в крест, играем в элементаля, Геру сдали. Хилы, хилов летит. Триходки с рейда. Он сейчас умрет. Бежали кастеры в лужу. Да хватит боссы хилить. Хилы в луну встали. В крест летит. Кастеры в крест. Тэн, там выходить не пора никому? В смысле? Смили в РДД. Нет, пока что. Он уже давно лежит. Если что, ты и выбежишь. 4, 3, 2, 1. Разбежались кастеры, кастеры разбежали. Ну, сразу видно, выбеги. Выбеги, триходки с рейда, триходки с рейда. Миш. Кастером, Миш, кастером. Кастеры разбежались. Все, стоим, лупим босс. Я в хилозоне. Угу. Каст, каст. В хилов летит, в хилов. Кастер в луну. Хилы в крест. 5, 4, 3, 2, 1. Разбежались, джомби с рейда. Встали. Хилы в крест. В кастеров летит, разбежались. Вернулись. Кастер, кастер, разбежались, кастер. 4, 3, 2. Вернулись. 1. Триходки с рейда, триходки, выбежал с рейда быстрей. Хилов летит, хилов летит. Пизда был рейд. Не, нормально. Встали. В крест встали, хилы в луну. В хилов летит, в хилов летит, в хилов. Джаст, блин. Встали на край. Мелики перебежали к кастерам быстрее. Бернер кого? Хионер, в хилов летит. А зачем вы побежали туда? Мелики, стойте с кастерами. Сулуран с рейда, хорошо. Валга в босса. Все ДКшники бьют босса. В хилов летит. Все остальные мелики стоят с кастерами. Кот, иди бей босса. Ура. Татенчик, я что-то завтыкал. Разбежались. Добиваем. Просто пачка хилов справа и рем слева. Я еще выпал. О! Красивая штука. За x2 хп забил. Ботинки. За 1000 хп? Да. Ребят, я вот только одно понял. Чего? Чего? Говорю, я одно не понял. Когда прилетела плюха и лужа черная остается, что лужа делает? Лужа увеличивает скорость атаки кастеров. Но занижает хил на 90%, кто в них стоит. И прохиливает. А, я понял. Кольцо рольт. Не мог так.
Можно резнуть. Так можете встать, починиться, там ТП сюда есть. Да, в принципе, через 40 секунд джипса могу открыть. Меч по ГП ролям. Не повезло. Сурфан, какой спек? Вообще-то я Блад, но пошел я Фростом. А в душе? Печально. Вот. Печально. Следующий кто там у нас порол? Сулран. Сулран у нас кто? Армс, да. Вар. Ну, ГЦ, вар, что я могу сказать. Че, Веск сдался он? Куда он делся? В обычке били. Че ты врёшь? Пхаями закрыли. Нифига вы крутые. А, сейчас все зайдите обратно сюда, поставьте потом рыбку, фулбаф, и сейчас все расскажу. Скоро остатки по сторон все будут знать. Бодя, все дерьмо, мы убили собрание и Торима в ходе, так. Ну, это вообще красиво. Так, теперь слушаем. Милики, которые умеют бегать в комнату, плюсуйте. Плюс. Плюс. Я вот это не надо мне, я считаю. Дэн, только милики? Пока что милики. Ты там, блядь, заблудился, да? Да? Хорошо. Пошел вот нахуй. Эти все 5 миль... А, 6-й вестник. Пошел сам нахуй. Все вот эти вот 6 миликов, которые сейчас плюсанули, вы бежите в комнату. Теперь хилы, которые могут бегать в комнату, плюсуйте. Можешь замутить этого, блядь, черта? Никита, давай тебя замутим. Ну зачем мне быть, я уже мутил. Чисто заткни, ебало, понял? Конечно, там отворачиваться надо, но еще там обратка идет урон. Трал и Скоис идете еще тоже туда. И теперь из кастеров, любые два. Кто быстрее плюсанет, в комнату пойдете. Необратимый и любой еще один. Я там не был никогда. Хитрый, ты ж там был, нет? Уже не было, я бы пошла, бы сходила. Был, хитрый там аспект юзает всю жизнь. Хитрый. Даже какая-то, да? Хитрый, туда бежишь. Теперь все 10 человек, чтобы я видел, в рейд плюс пошли. Еще двое. ДЦ, ты тоже туда идешь. Давайте быстрее еще два плюс, которых я называл. Еще один. По-любому милик, да, какой-то не плюс. Все, вижу. Так, что здесь будет происходить? Рэм у нас соло танк, стоим в центре. Милики стоят в центре, бьют. Кастеры, ставлю метку. Бегайте за ними. В луже вставать нельзя. В луже стоите, из нее вылазите мобы. Поэтому мы бегаем рядышком. И убиваем мобов. Залили мобов, появилась вторая фаза. Вторая фаза, что происходит? Начинается вот эти вот 10 человек будут бегать в портал. Дальше. Будут появляться щупальца. Три вида щупалец. Большой такой здоровый щупальца, в него играют тупо кастеры. Средний щупальца играет тупо милики. Естественно, будет маленькая щупальца. Его свечится все и убивают, выводят оттуда игрока. Дальше. Шаманы, вы ставите тотем диспела. Здесь нужно будет очень много диспелить. Ретрики помогаете, тоже диспелите. Друиды, маги, там без разницы. Дальше, здесь будет такая связочка. Вы свяжетесь с двумя игроками. Луч такой будет. Вы должны бегать, находиться рядом, друг с другом.
если вы разбегаетесь, у вас сверху будет такая полоса, здравомыслие написано. Если вы будете друг от друга далеко находиться, она будет уменьшаться. А если она достигнет нуля, пизда рейду. Да, 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 Мелинда, именно так. Вы соединяетесь и бегаете вместе просто, пока он не пропадет. Дальше от босса будут лучи такие, лазер, так сказать. Из него, естественно, нужно их не... в них не вставать. Все, вторая фаза закончилась. Третья фаза. Я поставлю метку, где мы будем стоять бить. Рэм, подводишь максимально близко, чтобы милики могли кливать. На этой фазе будут вылазить мобы. Этих мобов мы в приоритете убиваем. Мобы закончились, играем в босса. Босс будет кастить безумие. А весь рейд должен от него быть отвернут. Если вы на него смотрите, у вас опять кончается здравомыслие, и, естественно, это вайп. Если у вас меньше, ну, меньше 20 здравомыслия, и вы ничего не понимаете, вы просто стоите и бьете мобов, но не смотрите, естественно, в босс. Дальше. Давайте пощупаем. Посмотрим. Кто что умеет. Валга, двор. Конечно, конечно. Хилы, естественно. Вы на третьей фазе тупо стоите жопы и хилите, конечно. Все, все готовы. Поставьте бичью рыбу, пожалуйста. Все. Все, ставлю. Кушайте рыбу. Не вижу рыбу. Где ты? Ой. Боюсь, рыба тебе не ответит. Особенно со специями. Милик, естественно, вы стоите, вот видите, где вот она стоит, Сара, вы, естественно, прямо в ней стоите. Потому что, видите, в милизоне такая вот лужа рядышком. Если вы ее черпаете, из нее вылазит плюс один моб, и там, короче, жопа будет. Прист, абаф. Прист, 10 человек. В любую, вы рассасываетесь по кругу, просто по команде, и ждете портал. Портал, вы же знаете, где портал. Портал одноразовый, один раз кликнул, и он пропал, так что смотрите вместе, не стойте. Так, все готовы? Давай, танк пошел. Пока что идеальные позиции. Давайте побежали. И все кастеры хилой бегают с луной. Милики, естественно, с танком прям встают там и не двигаются плюс-минус. Флёсты играют. Просто щупаем, смотрим, что вы представляете. Какой-то. Бегайте спокойно, бейте, все нормально. Все хорошо, прохиливаемся, стоим, ждем дальше. Стража, не бей, не бейте раньше времени, пока к танку он не придет. Потому что он сорвется и, возможно, не будет танца. Вот кто-то лужи цапнул сзади, молодцы, милики. Сейчас будет плюс два моба. Бурсты свои прожали, убили моба. Затаунти. Еще одного моба заграли, да? Молодцы. Ебать, вы ёбнули, что ли? Куда столько ложим? Как сказал Илидан, вы не готовы. Короче, сейчас все милики, которые тут ни разу не были, не знают нихуя, бегайте с кастерами. Угу. Если сейчас опять будут лужи, делаем плюс один и убиваем. Какое бессилие. Нет никакого, Ру. Чего трал? Вот тупица. Еще Оня, конечно. Еще Оня, еще Алгалон у вас, ребят. Конечно. А есть кто желающий там в рейд попасть? Есть. Плюсуйте, я вступлю в рейд место.
что, когда уходишь, ЕП не дают? Нет, конечно. А рейды всегда по 5 часов будут. Так все зависит от вас, ребят. Какие 5 часов? Это Ульдуар, вы слакаете, мы сидим здесь. А если я ливну с рейда? Если я ливну с рейда, это что-то как-то, ну... Да хера ГП. Нет, это не ГП, это, скорее всего, отсутствие ЕП, либо наступление рэва, может быть, у тебя накинет заплатных боссов. Фулл пробафайте, ребят. А плевуху отцовскую такую соточку тебе приебет разок и все. О. А робот это чей-то твинг, да? Как работает этот ПГП, я чуть-чуть понял. Да, Рога это хуйло, короче, клоун местный. Ну, твинг или это просто новенький какой-то? Это просто хуйло. Трал, поставь рыбку, пожалуйста. Пачаны, как работает ЕПГП? ЕПГП, то есть ЕП в данном случае это поощрение, то есть ты получаешь его за успешное прохождение рейдов, там за то, что вовремя шел на РТ и так далее. ГП это твои слаки и забранный шмот. Сама по себе ЕПГП представляет собой деление ЕП, количество ЕП на количество ГП, и результат этого деления от этого приоритет на то, чтобы ты забрал шмотку в рейде. Если у тебя дали, если тебе выдали права, ты можешь прописать в чат слышать ПГП и посмотреть свой текущий приоритет. И по этому приоритету происходит распределение шмота в рейде. Понял. Так, что касается дали, вон рыбку поставили, можете это поесть. Опять же, те милики, которые не знают, как бить этого первую фазу. Вы цепляете жопы, вот это, вы бегаете с кастерами. На первой фазе. Хотя милики все плюсанули и знают, как бегать комнату, но не знают, как бегать первую фазу. Нихуя. Если ничего не получается, делаем плюс один, естественно, спускаем всех промиходера и убиваем, и идем новый. А, еще алгу траем пару раз, если там все печально, идем новый. ДЦ. Все готовы, танки побежали. Милики, кто не шарит, естественно, курят. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев. Скипните, милики, лужи, скипните. Куда вы побежали? Ждите, сейчас они пройдут. Мелики, кто не знает, бегайте, естественно, с кастером, все правильно. Стоим, ждем. Так это мы не друля убили, а Ханза и Ершан. Похуй, я их еще раз встречу, еще раз убью. Ты про тот легендарный килл на Толгороде, что ли? Да, да, да. А, милый килл. Милые дамы, типа, царям ПВП себе за ней. Ну, было очень мило. Мак, молодец, зачем ты это сделал? Перо хочет. Ага. Шама и не было в гильдии. Прожали быстрее этого моба. Блять, вы чё, ребят? Да там он. Мобов заберите, добейте просто. Можешь свести. Видимо, без алголов. Да. Фу. Нет, это что-то перебор, 4 часа, я вам скажу. Ну, вообще 5. Ну да. Так же. Все же зависит, опять же, от кого же. Не от нас же.
Блин, ну не знаю. Вот если ты нигде не слакал, молодец. Ну а что ты не знаешь? Мы сегодня собрались здесь первый день. Люди Лазер. Многие не понимают и не знают. Ну то есть как бы что ты хотел? Чтобы мы сейчас полтора часа закрыли? Мы сейчас мейн составом придем, не закроем с первого раза. Все, я больше чем уверен, где-нибудь добавим. Ну потому что да, уже сюда кто сколько не ходил. Ребята не хотят. Да, просто пальцы должны вспомнить. Ложимся, плюс один сейчас сделаем и все. Не, конечно, если мы кикнем рогу с рейда, то есть шанс. Да там не рога, там какие-то милики цепляют трэш, понимаешь? Это я ж видел все, мне ж надо Владика задушить. Так мы ж без напула останемся. Бля, его и так нет. А у нас же страусина. Страус на ханте, ебать. Точно. Страус, ты ханта кем будешь делать? Орком? Нажмите LTF4, чё вы там? Тут? Встаем, спустите всех, кроме Хадира. Козой, в смысле, козой или Иридаркой? Если сейчас ханта собаку сделал, то еще на манекене пойду сделаю кого-нибудь другого. Хорошее дело. Бля, у эльфов очень вкусный баф. Вот просто бурстить топ ДПСера в рейде за счет крита, это очень круто. Поставьте рыбку по-быстрому, фулл баф, если ложимся, идем сразу на Оню. Ура. Ты-то сейчас это сказал, сейчас это точно вайпнется. Сейчас опять кто-нибудь будет по лужам прыгать. Ну я возьму на заметку просто этого человека и все. Ну, блин, странные ребята не хотят, но если не хотите, то зачем вы заходите вообще? Там кто-то спустил, нет уже других хранителей? Ну, просто видишь, одетый во все бисовое, ему здесь ничего не надо, поэтому он так делает. Ну, я вот и поэтому спрашиваю, зачем тогда, смысл какой? Кого оставлять? Хадира только оставляет, всех остальных спускай. Запулили, да? А, нет. Ну вот, а ОД скоро надо будет, поэтому... Я тоже за ОД хожу, поэтому мне хоть 5 часов я тут просижу, мне вообще все равно. Если ребята учатся, почему бы и нет? Ну, а рыбку поешь? А когда Никита, оу. Пошли до Каражана, этот, резню на острове сделаем. Блять, до Каражана мы резню в Оне будем делать. Всегда... На Соне еще. Этап откроет, кстати. Такой... А? Просто, ребят, я с пугами, меньше левелом и так далее. С ребятами, которые не знают, что ничего вообще. Мы и йога закрывал, нет? И все. Ну так понимаешь, маг просто 242-й, ему похуй, видимо, на всех здесь. И не хочет, поэтому спорить лужу. Ну, который лужа встал. Ну. Да там уже и другие встали. Джаст. Он написал 30 секунд АФК. Рога. Хёнер. Это мах вообще с аегисов, они ходили в льду, я не знаю, почему такие слаки, поэтому... Давайте побежали все, побежали. Аккуратненько вот здесь в обход побежали. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Сейчас грех вообще ребятам облажаться. У вас тут урон сейчас увеличен, вся хуйня. Здравомыслие, если что, пополняйте в зеленых вот этих вот колоннах, так сказать. Ваши удары.
Хитрый притворюсь мертвым-то. Пизда, Милика. Все, идем на он. Да, блять. Тоже специально, да? А кто его знает? Встаем, чинимся и летим на Луне. Я кулдав на Луне. Это второй рейд в льду, да? Или нету первого? Первый. Первый. То есть первого нету уже, да? Первого нету, да. ТП-шкаемся и летим. Некогда, сорян. Ну, у кого КД ливаете, конечно же. Которые чудом где-то поймали. А осколков вообще не было, да, сегодня? Не. Ну, зато завтра у вас, рейд будет на 2 часа или на час даже. Ой, не загадывай, Дэн, там тоже. Да ладно, груль магика в ФК режиме убивается, самый простой рейд. За 30 ИК. Минут проносит. А ИК, чего там сложного-то? Чемпов только ну, законтролить и все. Да ладно, тут с ДПСом только проблема нубы и все. Будет ДПС, он умрет. Не будет ДПС, он не умрет. Вот и все. ДПС есть. Плюс ребята некоторые будут, которые сегодня не могли. У нас Оня, да, не Алга, правильно понял? Оня, да. Оня. Так, я пойду покурю, я уже в Оне. Угу. Триходки подпиши сегодня, на каражан нам проходку сделаешь. Там пошли слишком... Тебе. Да, там слишком много этих будет вагонов. Какие там вагоны? А ну, я пойду хантом 204. Кто тебя там возьмет? Олежа. Я же договорился. Меня Владик в вагоне не будет. А я не знаю, на фул или на фул. Поставьте шкаф есть. Там другой рел. Давайте суманим быстрее. Самогон в танк спекнешься? Да, Валга, вы, походу, по-моему, не ходите на Луне. Двор, ты хочешь танка? Ну давай, спекнись. Самогон тогда в рейтрике. Дэна, ты мне БК фласку ДДшную на Оню дашь? Бля, так а что с Оним? Конечно, да. Чего говоришь? Говорю, а че с Оней хорошего, да, по сути? Ничего. Шапки. ЕПшка хорошая ОДшка. Вещь для вас. Но, только ЕП и ОД. ЕП, ОД, да, чисто. Потому что я смотрю, там нет ни хера. Кольцо на танк. Кольцо, он там, кстати, охуенный с сопротами фон. Ну да, сопротивление.
Танки всему голова. Давайте суммоним по-быстрому. Голова на танке всему. Двор, ты спекнулся уже? Хитрый, а ты сделал на ханте проходку-то?